Да, здравствуйте. Мне вот дали ответ, не забыли печать поставить. А печать мы не ставим на ответ. А сошлитесь на норму закона. Что? На норму закона сошлитесь. Пожалуйста, 59-й. Мне я дали, да. Мне девушка дала, сотрудник, которая вынесла, вот, чтобы я... Мы ставим только на справку. Это не справка, секундочку. Это ответ. Ну, я понимаю. Ну, мне сослались на норму закона. Вот вы вынесли мне сотрудник ваш, да? Да. Сослался на норму закона. Я изучил норму закона, там нигде не сказано о печатях, о том, что они ставятся или не ставятся. В данный федеральный закон. Он говорит только о процедуре приема от граждан обращений и жалоб, заявлений. И как эта процедура проходит. Я ознакомился с регламентом этого федерального закона, там нигде не сказано. Меня вводит в заблуждение. Я знаю, что есть федеральный закон о том, что все юридические лица обязаны... Вот здесь тем более живая подпись. Ну, секундочку. Ну, вы юридическое лицо. Вы обязаны ставить печать. Все юридические лица должны заверять своей живой печатью, росписью ответственного лица. Здесь ответственное лицо поставило. Но в нарушении регламента, понимаете, федерального закона, должно быть, вы как юридическое лицо, которое мне дает ответ, должны заверить его своей печатью. Я поэтому и требую. Ну, а зачем вам печать? У вас здесь живая подпись. Этого недостаточно. Даже... У вас это примут в любой организации. Есть то, что примут, понятно. Есть федеральные нормы, да, которые подразумевают именно заверением... Если вы идете на принцип, хорошо, вам поставят. Поставьте. Вам необходимо. Обязательно. Спасибо. Они... Что бояться? Да. Ну, потому что это документ, подтверждающий то, что я субъект другого права.